Вместо голосов туристов на территории одного из самых узнаваемых символов Республики Крым, дворца замка «Ласточкино гнездо», раздается гул строительных инструментов. С августа 2019-го здесь начались реставрационные работы. Последний раз их проводили в 70-х годах прошлого века. Здание находилось в аварийном состоянии. Необходимо было провести первоочередные противоаварийные работы для того, чтобы связать слабо связанный грунт площадки, это первоочередные работы, внутри помещения. После этого усиление балкона. Чтобы сделать более прочными балкон, фундамент и террасу, строителям пришлось бурить скалу. К реставрации внешнего облика смогли приступить только после этого. На площади перед зданием будут укладывать гранит и выполнят работы по благоустройству территории. Инженерные сети уже готовы, но перед открытием обновленного музейного комплекса предстоит выполнить ряд процедур. Один из этапов – земляные работы. На объекте культурного наследия их проводят вручную, без использования техники. Сюда установят бетонные кольца, а вовнутрь колодца поставят фильтр-патрон. Он нужен для очистки сточных вод. После этого строители займутся установкой системы отопления, кондиционирования, освещения, заменят окна и двери и наладят систему безопасности. К делу подходят со всей ответственностью. Важно не только отреставрировать, но и сохранить аутентичность уникального строения. Ожидаем то, что они выполнят работу профессионально, достойно, и замок «Ласточкино гнездо» будет вновь открыт для посетителей, для концертов, для выставок, для балов, которые проходят на территории дворца замка. Реконструкция ведется по установленному плану. На данный момент выполнено более 50% работ. Уже осенью жители и гости полуострова смогут посетить обновленный главный архитектурный символ Крыма. Наталья Жадько, Евгений Гарбузов. Утро нового дня.